спортивна гостьова у нас продовжує ранкову каву. Сьогодні у нас на гостьовому майданчику багаторазові призери чемпіонату України з традиційного карате-до. Отож, дворазовий чемпіон світу з традиційного карате-до Василь Гаркуша. Далі чемпіон світу з традиційного карате-до Ігор Сьомкін. Та Христина Шевченко, чемпіонка світу з традиційного карате-до. Доброго ранку. Добре. Так довго читати, довелося і багато. Дійсно, стільки звань. Скажіть, будь ласка, я так розумію, цей вид спорту вже з вами по життю. Давно ви займаєтеся? Ну, я займаюся около 5 років. Ну. Я 9 років. 9 років? 9 років теж займаюся. З якого віку ви взагалі, знаєте, краще рекомендуєте приходити на заняття? Я думаю, це приходить для кожного по-разному, тому що я прийшла в 11 років, і це було більш осознанно. Ну, якщо б, я думаю, займалася з років 7, то це якби не ще розуміння такого. Ну, я не знаю, може. З якого віку взагалі рекомендується займатися карате? Ну, я думаю, років 8, десь 7, тому що якщо 5-6, то вони маленькі, але вони ще не розуміють всього того смисла, коли їх приводять. Ну, подурачитися, там щось поділити таке, і все. Побігати, попригати. А 7-8 – це такий возраст, який вже, вроді би, ребенок, ще ребенок, але він вже такий, вже, вроді би, соображає, думає, хоче щось достичь, вже хоче, да, і він тогда уже есть желание тренироваться. Мне кажется, что карате-до это не просто драка какая-то, это прям вот нужно это думать, искусство. Как искусство. Как правильно, да, чем краще это боевое мастерство за иные варианты? Ну, тут больше идет такая, как даже соблюдаются какие-то традиции, как-то сама культура, и это намного интереснее, чем, может быть, какие-то такие другие виды спорта. Ну, как, я думаю, для каждого вида спорта это как-то по-разному, есть свои особенности. А у кого какой поиск? Там, не знаю, я даже знаю все пояса, на самом деле. Нашивки, даты и так далее, да, я... Так вот, у кого какой пояс? Или у всех черные? Черный пояс первый, да. Черный пояс первый, да. Их же сколько, 7 или 9, я не помню? 10. 10, это очень близко, лишь 9. Я все знаю. Я почти все знаю. 7 или 9, 10. То есть последний получил 10, да? Да. Кто добежать вообще? Это возможно? Для этого занимаюсь всю жизнь. Да, это всю жизнь нужно потратить, поэтому это очень... Да и чорний пояс, мне кажется, тяжело заслужить. Ви знаєте, насправді у мене питання, дівчата, от здається, що бойове мистецтво має зробити з тебе такого кремезного, з такими плечами. Ну, а насправді ви настільки ніжна, настільки гарна. Якби я вас просто побачила, да, по вулиці, я б ніколи не подумала, що ви можете Діму заламати тут. І... А що сразу Діму? Я взагалі нічого плохого слова не сказав. Ну, в принципі, Діму всі можуть заламати, да, дійсно, чи це одразу Діму. Скажіть, будь ласка, наскільки це не суперечить жіночності? Ну, на самом деле, просто нужно различать, когда я в зале нахожусь, и когда действительно вот на улице в каких-то таких ситуациях просто... Ну, это на самом деле не мешает вот женственности вообще. Пацаны, дайте я вдарю! Просто так напрашивается. Просто, да, тренировки это совсем другое, там просто развивается немножко характер, делается более жестким, ну, чуть-чуть. Ну, это буквально, просто нужно различать вот эти вещи, когда тренируешься и когда повседневная жизнь. Боже, как это помогает в семейной жизни, прикинь. Лиди, выкни, пожалуйста, мусор. А, уже ушел. А вдруг уже муж выкинул. Тоже такой? Да, тоже. А, но он же не будет бить девушку. Наверное. Наверное. А вы стать такими титулованными призерами, как вы, сколько треба займатися, сколько треба приділяти часу, увагу? Мужики? Да, давайте. Я думаю, лет 5. Ні, а по часу, вообще, скільки да. ви займаєтеся? От на тиждень, скільки у вас? Три рази в неділю, по 2,5 часа. Ну, це не в соревнованиях. Ну, якщо соревнування, підготовка, да, то... Йде підготовка, місяць-два зборів. Кожен день, тобто утром, вечором тренировки. А, тобто все настільки серйозно. Да. Да. Ну, ви ж зрозуміли, що спорт – це ваше покликання, це ваше майбутнє, чи ви просто займаєтеся, тому що вам це подобається поки, і ви не плануєте в подальшому пов'язувати своє життя? Ну, спочатку я... Это как бы нравилось, мы ходили, ну, тогда как были маленькие, не понимали серьезности, а теперь как бы уже выросли и пошли получать медали, первые, вторые места на чемпионате мира, тоже первые места, то хочется заниматься дальше, поскольку это не предел нашего, не планка, хочется еще, а еще если выше. Наоборот, а если проигрываешь? Значит, идем, Додзе, тренируемся и следующий год. Выигрываем. Делаем все заново. А насколько часто проводятся соревнования и в каких городах?
Ви побачили світ завдяки тим чемпіонатам? Да. Да. Два рази. Нет, ну в основном кубок и чемпионат Украины проводятся в Кировограде. Есть еще такие соревнования, ну для детей, вот в Черкасах, по-моему. Да, для маленьких детей. Да, проводятся параллельно какие-то чемпионаты. Ну и чемпионат мира раз в год, потом и кубок Европы. Ну и чемпионат Европы и кубок мира тоже в следующий год. А что, у нас прям самая сильная школа каратэ-до в Украине, что именно у вас проводится? Это центр. Просто у нас центр. И сюда как бы все съезжаются. Ну, карате это... Так вы все думали, что у нас в центре, сюда все сюда будет. Все в центре. Просто у нас Дозде центральный центр олимпийской подготовки, поэтому как бы главный центр подготовки всей сборной страны. Туда все приезжают, тренируются, ну, потом, по идее, должны ехать на соревнования. Ну, давайте порекламуємо, куди можна приходити, куди можна записуватися, з якого віку можна... Ну, ви об'ять-шість не рекомендуєте. Мог, 5-6, нет, можно 5-6, только 5-6 можно, 8, чтобы ребенок понимал, что он, почему туда вообще пришел. Это у нас дендропарк, да? Дендропарк, да. Дендропарк, спортшкола. Там комплекс. Да, там большое здание, двери карате, да, посередине. Там висит табличка. Да. Там мы знаем, куда идти. В общем, геолокацию скинете, да, я так понимаю. Насправді класно. Найближчий чемпіонат, до якого готуєтеся? України. Чемпіонат України. Чемпіонат України. Це весна. Навесні, да? У вас ще багато часу, можна поки олів'є поїсти, а потім все це і спалити за два місяці до тренувань. Правильно. Люди нормально підходять. Ми бажаємо вам перемог, бажаємо, щоб дійсно ми були не тільки осередком, де навчають, а щоб саме наші представники каталися і там завойовували світ. Ми віримо у вас, давайте. И ображать вас ни в якому разе не будем. Да. Удачи вам, ребят. И может как-то прийти, посмотреть. Будет все проходить тоже в дендропарке? Да. Да. Там же. Да. Все. Спасибо вам большое. А мы вернемся после небольшой рекламы.